Окей. Это раннее утро после фотоохоты на кайманов. Супружница моя еще спит. Но у меня есть спокойный час, чтобы пройтись по крохотной деревушке и познакомиться с ее обитателями и полюбоваться цветами. Tell me, what's your name? Buenos días. ¿Cómo estás? Слава Богу, наконец проснулась Антонина Викторовна. Теперь можно поклевать чем-нибудь на завтрак и отправляться в джунгли. Это мимоза, не та мимоза, которая растет на Кавказе, а настоящая, листья которой сворачиваются, если дотронуться. А эта птица называется никарагуанский гракл. Считается здесь плохой птицей, потому что она крадет птенцов из гнезд других птиц. Альфредо сказал, это очень плохая птица. А это девушка, которая накормит нас завтраком. What's your name? Rosa. Say it again. Rosa. Rosa, it's a beautiful name. You speak English very well. Okay, thanks a lot. That's a canal which leads to Tortuguera. How do you call this monkey? Halloween monkey. How do you call this heron? The way green back.
Альфредо был неправ. На самом деле эта птица называется зеленый ибис. Это малахитовая ящерка, которую очень трудно разглядеть в листьях дерева. The wings are beautiful, like a silver. Я снимаю. Okay. Ты можешь нажать на зум. А где зум? Сверху, второй, третий палец. Не там. Левой, правой рукой. Правой рукой. Останови. Дорогой капитан. Okay. Where is iguana? That's iguana swimming. There she goes. This is a slot. He is real slow. Okay. Veda? We'll give him more meat. What do you want to do with me? Russian meat. Jaguar likes Russian meat? Russian meat. Says Russian meat is very nice. So if the jaguar come, we give you to the jaguar so we can escape. Good. This certainly beats a divorce option. Good. Good. Yeah. It's a mess.